Как нам сообщили местные метеорологи, циклон с запада уже в эту пятницу принесет осадки в виде снега. Причем в разных видах. Мокрый при плюсовой температуре, обычный при заморозках. Ночью, кстати, ожидается до минус 6, а вот днем потеплее минус 2, плюс 3. И такую погоду обещает до 17 ноября включительно. Но, скорее всего, о приходе зимы говорить пока рано. Поскольку по многолетним наблюдениям устойчивый снежный покров обычно у нас образуется в конце ноября, начале декабря.